Так, у нас был дисконнект, это вторая часть второй части. Прохождение, я думаю, на кошмаре с лимитом 100 смертей, который мы, конечно же, нарушим, потому что уже 20 смертей и просвета нет. Ой, да ладно. Нет, а как мне с ним сражаться-то вообще? Да! Так проще-то, конечно. Я вижу... Тут я не допрыгну. И рисковать вот туда я тоже не пойду. Но каким образом возвращаться? Безопасно, чтобы на эту хрень прыгать. Да вы издеваетесь. Здесь я точно не допрыгну. Ё-моё, это такая аркада. Хотя, когда у тебя 37 хп, ты знаешь, лучше в лаву прыгнуть. Ну и лучше за армором прыгнуть. Я понимаю, что это может... закончится так же падением в лаву, как в прошлый раз. Надо просто спуститься аккуратно. Армор мне хотя бы какие-то шансы даст на... Ну а дальше-то как? Вот так вот? Молодец, забрался. Так, есть армор, есть три дробаша. И надо, наверное, идти вот к этой хрени и выпускать новую порцию монстров из ада. Да? Получается так. Блин. Так, смотри, откуда ты можешь куда. Можешь, с той стороны можешь. Тоже можешь, с богом. Черт, и три боеприпаса. Сразу к пилу. Нет, давай лучше с дробаша. Работаем. Твою мать. Вижу. Пилу. Брони нет. Я бегаю за импом. Что-то много народу вокруг. Нет, откуда? Там... твою... Ай, меня скинул. Он реально меня скинул просто. Просто скинул меня вниз. 21 смерть. Да я не ориентируюсь. Надо внимательно смотреть вообще, что происходит, блин, вокруг. Что происходит вокруг? Где какие монстры? То есть я успел увидеть троих впереди, но начал что-то козлекать, прыгать вокруг. Демоническая угроза уменьшена на 20%. И это привело вот к таким последствиям. Ладно, я все равно пойду туда, потому что там, по крайней мере, привычное место. Но мне кажется, оно довольно жесткое. Нет. Можно спуститься по-другому? Сразу вот так вот. Спасибо. Да, тут же нет штрафа. Да! Ну, блин! Нет, не туда! Трипач 59 активировал премиум на ваш канал. Там монстров, ну уж штук 7. Не надо было суетиться. Ну как не надо было суетиться? Я в той ситуации действовал как... Паниковал, короче. Надо было суетиться. Работаем. Спускаем сразу. Ну не здесь, только спрыгивай. Блин, здесь. О! Прикольное место. А, ну да, это один из возможных вариантов. Тут несколько ярусов. Из дробовика будем попадать, Михаил? Или не стоит? Мне кажется, что было бы неплохо.
Кто там? Там хэвик остался, да, этот? Два. Эти хорошо вообще стрейфуют. Ну, в смысле, стрейф против них хорошо работает. Очень хорошо работает против них стрейф. Патронов нет. За армором я схожу. Аккуратно попробую вернуться. Ну и к этой точке надо уже идти, да? В лаве секретка, ага. Ну, наверняка там есть какая-то секретка, но лучше ее исследовать после того, как... разберемся с этими. Работаем. Там стреляют. Нельзя останавливаться. Надо просто стрейфоваться, бежать вперед, менять дислокацию. Подрезать одиночные цели желательно. Это нифига не одиночная цель, Михаил. Уже получил сейчас ты. Не довел чувака до нужной кондиции перед тем, как его убивать. Пилу вытащи уже. Хорошо. Есть. Не так уж и сложно, если все делать спокойно, без суеты. Очко улучшения оружия. Давай посмотрим, что у нас есть по оружию. Три штуки, три очка. Можно апнуть микрогранату. Она мне очень нравится. Уменьшается время перезарядки между выстрелами или увеличивается радиус. Радиус взрыва, наверное, лучше. Эту секретку ты уже удачно видел два раза. Там отсылка к второму терминатору во время смерти. А рука там, видимо, да? Короче... давайте так. А вот теперь можно осмотреться. Можно осмотреться, потому что есть время. Частично задание выполнено. И вообще на карте оно должно уже отображаться. Так. Туда проходил. Вот сюда. Вот этот вот угол нужно обшарить. Это вот, собственно, прямо. Но я там был, ведь. Я там был только... А, вон. Там просто двери открыты. Нет, я там был. Просто почему-то не показывает, что... О, импульсион. Как он палит, а? Так. Секретка, блин, в лаве. Собираем шардики, осматриваемся. Ну, тут дверь, которая... Опа. Неплохо. Ой. На самом деле, мне сюда не нужно. Не-не-не, падай, падай, не боись. Все нормально. Так, еще же я не сделал лицом в пол. Зверское убийство жидержимых, кары с небес. Три штучки. И коллекционные предметы. Две штуки нужно найти. Эти типа собранные, да, по штучке. Вон же был. Что вон же был? Нет, нет, нет. Иди наверх уже. Нет, подождите. Тут терминаторовская секретка какая-то. Да, я в лабе был. Да, я там бегал. Скорее всего, с той стороны нужно в лаву смотреть просто. Но для того, чтобы это сделать, нужно, наверное, вот так вот вернуться для начала. И пройти в ту сторону, в ту часть.
ОМГ. А, это не секретка, а пасхалка. Так, зарядка для бензопилы, немножко шардов. А здесь закрыто? Закрыто. Судя по всему, надо забить и идти, да. Запутали, да, запутали. Надо пореже, наверное, отвлекаться. Так, наверх запрыгиваем, да? Наверх джамп идет вот, вот справа, да? Справа, 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 справа. Как-то нужно понять, что в экшене делать. То есть видеть тип врага, реагировать, исходя из этого. На обстановку окружающую внимание обращать. Безусловно. Так, тут недостаточно доступа. Что у нас? А, прямо две двери с ограниченным доступом. Сзади я внизу оставил на втором ярусе неисследованные вещи. Ну, пока пойду вперед. Внимание, температура ядра растет. Ой. Так, ну, новые товарищи появляются. Импы. Пока сложно оценить не только импы. Так, тут закрыто. О, неплохо. О, это много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Человек. Четыре-пять человека там. Один. Неправильно. О, правильно. Хороший рейндж у гранатки. Тихо. А почему так часто стреляли? Для двоих они слишком часто стреляли. Не-не-не-не-не, там еще кто-то был из таких же. Армор. Хорошо. Хорошо. Сверху, сверху, Алеша. Помни про то, что сверху нужно мочить. Улучшение, можно еще хпшку, ребята? 150 хочу. Или армора. Нет, лучше хпшка. Давай. Здоровье, здоровье. 150. 150. 150 уже. Это в полтора раза больше, чем на старте. Как подсказывает Кэп. Так, дверь закрытая. Взрывоопасные штуки. Это странное место. Тут нет и этого. И... Слушайте, это, кажется, место с пасхалкой к первому левелу. Я видео вот отсюда вот вспоминаю, что она начиналась. То есть та дверь открывает к уровню доступ, кажется, если я правильно помню. Так, нужен желтый ключ здесь, запоминаем. Нужен желтый ключ. Подъем наверх, все дела. Спускаемся вниз пока. Отсюда можно... Это тоже явно какая-то хрень. Ладно, работаем. Еще раз оббежим здесь, посмотрим, что да как. Ну, вдруг. Вдруг есть тупо кнопка. Конечно, маловероятно. Скорее всего, ты прав. Да-да-да, кажется, это оно. Что такое? Ненажимабельное, ненажимабельное. Да, ну и тут тупиковое. Явно дверь открывается. Хорошо, давайте в другую часть тогда уровня пойдем. Ну, через мост только выходит. Только через мост. Направо, в частности, может попробовать. Надо с подстволочки вообще начинать любое сражение, на мой взгляд. Уж больно она... А, ну... Уж больно она халявная. Ну, еще, конечно, научиться попадать стабильнее из дробаша. Там щитовик стоит. Как они стреляют? Три выстрела из дробаша. Вот столько мне нужно, чтобы... Не-не-не-не, нет, сейчас плети! Не поворачивайся к ним спиной.
ты не видишь выстрелы. То есть я знал, что он летит, потому что я видел, как он заряжался. Но не понял, почему я застрял. Я повернулся, и все. 23-я смерть. 23-я смерть. Так дешево вообще отдался. Но там мне поснимали еще приличное количество хп. Потому что я слишком близко подошел. Слишком близко я подошел к щитовику, видимо, и там что-то произошло. Че, опять будем тупить, куда идти? Нет, не будем тупить, куда идти. Я знаю, куда идти. Я знаю, куда идти. За армором идти. Стоит, конечно, сходить за армором, но не буду. Там будет еще впереди армор. И по мелочи, и на десяточку, кажись. А, пауэрап я взял. Получается, то есть мне не обязательно идти. Доступ синий, ключ. Значит, синий, желтый, красный, да? Блокировка зоны. Просто обнаружено присутствие демонов. Идти через мост или не идти? Баф-то я взял, зачем? Давай сразу к этим упырям. Вау. А, нет боеприпасов. Класс. А он издалека шмаляет. Ну, лучше, наверное, избавиться от щитовика. Просто все в щит. Столько патронов тратится на это. Но наверняка есть более эффективные способы его. Ой. Все мажешь, все мажешь. Армор наверху вижу. Три выстрела из дробаша. И надо бензопилу использовать. Во-первых, ключ, судя по всему, да? Желтый, хорошо. Желтый ключ. Отих! Как же вы меня этими взрывами спонтанными... Пилой щитовика, он же с дробашом вблизи. Надо за этим попробовать допрыгнуть туда. Ну, как-то забраться туда. А, наверное, спрыгивать надо со второго яруса. То есть отсюда... Отсюда вряд ли. А, вот. Как, кто? Ой, это кто такой? Так, прыгает, бьет. Пилой, пилой, давай пилой сразу же. Пилой! Простой моб. Рыцарь ада. Почитаем. Рыцари ада. Массивные гиганты, выведенные для сражений в темных глубинах преисподней. Эти дьявольские отродья, знаменитые гладиаторы демонической орды. Они неумолимо надвигаются на врагов и обрушивают на землю свои тяжелые кулаки, чтобы оглушить жертву ударными волнами, оставив ее уязвимой для сокрушительной рукопашной атаки. Могучие ноги адского рыцаря позволяют ему прыжками преодолевать огромные расстояния, быстро сокращая дистанцию до противника. Еще живы. Так, вижу щитовика. Дальше вижу этого упыря. Демон из ада, да? Что он там плетется-то, а? Так, я торопиться не буду. А, ну ясно. Что там машешь рукой? Какая грязь. По руке. А, он на ближней дистанции отражает. Я понял тебя. Понятно. То есть тебя тупую можно закидывать с рейнджа. 18 выстрелов. А, 3 заряда бензопилы тратится на него. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Откроется синий доступ. Так, хорошо. Значит, возвращаемся к желтой двери. Получается, да? Под ствольником за ним или рядом с ним, с рядом. Ну, видимо, да, чтобы он
сплэшем заделся и открылся. Мне так хочется, конечно, за армором сходить, но, видимо, не судьба. Видно, не судьба. Так, там желтой двери нет. Желтая дверь была здесь. Синяя. Михаил Дальтоник. Синяя. Желтая. Михаил, желтая. Желтая дверь, помнишь? Такая же, как синяя, только желтая. Видимо, я ее встречал где-то, должен был встретить где-то в начале, вот здесь, вот на первых ярусах. Да просто перепрыгни, убей в спину. Да, видимо, это тоже просто. Каждый день этим занимаемся. Так, ну здесь я был, насколько я помню, в самом начале, да? Да. Я секретку пропустил. Это нормально. Так. Были-были. Не забывать, что добивать еще нужно сверху. Туда не стоит. Блин, спускаться вниз нужно опять. Видимо, и на этих ярусах уже как-то... Тут не зря же желтые наверху. Ну вот они, старые знакомые. Не понял. Здесь раньше были люди. Куда они делись? Помните, взрывались тут. Ладно. Продолжаем. Может, они поубегали, просто повыбегали? Ой. Ой. Опять минус стрим. Да что ж такое? Сегодня, видимо, не будет у нас нормальной трансляции. Так, хорошо. Желтая дверь. Желтая дверь. Желтая дверь. Ну, у кого-то работает, у кого-то, кстати, нет. Как же я... Рад, да? Работает, говорит, работает. Понятно. Значит, у большинства все. Там панику, может, навел. Давайте тогда возьмем секретку, чтобы... Все равно бегаем, как... Все равно бегаю, как дурак. Что у нас по данным? Я могу забраться как-то наверх и должен как-то забраться наверх. Там то ли синяя дверь, то ли просто шлюз. То есть отсюда я каким-то образом могу... Могу забраться наверх. Да, там синяя дверь. Секреточку, да-да-да, секреточку. Обязательно секреточку. Что-то вот с этими штуками нехорошее. Что-то с ними можно сделать. Сейчас, погодите. Допрыгивать я пробовал. Может, с этого, с перил будет лучше. Нет, так оно не работает. С ящика вроде тоже. Отсюда туда. Не, ну ящик-то не просто так здесь стоит, правильно? Я пробовал туда допрыгивать тоже. Нифига подобного. Может, прямо вот на эту я смогу? Она пониже, получается. Он там огонь? Нет. Пацаны, help. Rocket Jump, понятно, да. С ящиком трубу же, говорит Витя. Ну, блин, Витя, я пробую, мне не выходит. Сверху желтая дверь. Тут рядом другая секретка. Да идите вы нафиг! Рядом ящики другие. И что? И что? И зачем? Зачем мне эти ящики? Хоть чтобы я туда забрался, что ли? У лавы, говорят, можно спрыгнуть.
О. Воу! Ничего себе. Да главное не граната. Реально секретка. Я бы не нашел. А это для ачивки нужно все-таки. Круто. Да, надо внимательнее на такие вещи смотреть. По-моему, в центре лифт. Да, кстати, очень похоже на лифт. Давайте к желтой двери я вернусь. Желтая дверь, говорят, была где-то сзади. Я должен был ее раньше пробегать. Желтая дверь, желтая дверь. Красная, синяя, желтая, желтая. Желтая дверь. Желтая дверь. Тихо, не пугай меня тут. Желтая дверь. Это начало уровня, кажется. Пентаграмма. Может назад вернуться, а, ребята? Меня выпустят, нет? Кажется, нет. А, желтый через мозг, куда ты не хочешь идти. А, справа, справа, точно! Желтая дверь, да, не там, где закрытая она. Слева закрытая, справа не закрытая. Шардики пропускаем. Все, поехали. Короче, идем вот сюда. Через этот мост. И он направо, желтая дверь. Температура ядра растет. А, ничего страшного. Ни хренашеньки. Твою мать. Помните, незрячий совет всегда бдит. Я увеличил своим гранатом радиус взрыва. И сейчас я немного пожалел об этом. 24-я смерть. 24-я. Почему, когда умирает, персонаж горит? Ну, сейчас была граната такая. Блин. А этот мутон, он плотный, капец. Ой, я не буду его провоцировать. У меня сейв был сразу, после того, как дверь открыл. Слушайте, ну, я бы разобрался с ним на язычах. Просто времени вашего жалко. Ой. Кто? Ой, опять он! Какая хрень! Друзья, это же хрень! Нифига себе! Умри, скотина! Ну-ну! Добивай сверху. Ачивочки. О, блин. На сучок. Ачивочки. Ой, там взрыв. Ладно, поехали. А. Неплохо сыграно, Михаил. Как большого раскатил, туда-сюда, хопа, хдыщ, увернулся. Ну, это обычное дело. Ой. Так, там рычат по-прежнему. Бочки, бочки, бочки. Почему ты бочки не алё? Я туда не пойду. Осматривайся, Василий. Так, сзади, сзади еще секретка, ребята. Прям по курсу секреточка, вон. Видимо, в одном из ящиков лежит, внутри. Вот здесь вот, да? Да. Где она? Вот она, вот она! Еще одно очко улучшения оружия. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Три! Нужно пять. Ну, если мы дробаш, я хочу дробаш улучшить, конечно. Может, ракетки, конечно, улучшить. Микроракеты неплохие. Меньше боеприпасов, хорошая штука.
Это первое, что останавливает. Но я сначала дождусь пятерочки и микрогранату прапаю. Микрограната вообще топич. Один патрон, точная, точная хрень. Ну, очень точно бьет. И это прекрасно. Здоровья, конечно, не хватает, нифига. Слушай, такая музыка, как будто еще тут только начинается. А все так и есть, так и есть. Все только начинается. О-о-о! Может мне ее так убить? Пистолет самое то для убийства. Не, надо ешечкой. Так она не убьется. Хорошо, зачем я тогда сюда пришел? Наверняка ж не просто за секреткой, правильно? Можно обойти как-то, наверное. Твою мать. Да, можно обойти. Ой, бензопила. На-на. О! Так, нельзя забегать в незнакомое место, пока ты не видишь, кто там из врагов. Тоже надо запоминать. То есть сначала ты осматриваешься по звукам, кто в ко... или прислушиваешься. 25 смертей, 25. Штамповка пошла. Ну, то есть логика, да? Увидел довольно плотного товарища, решил убить. 10 хп. Демоническая угроза уменьшена на 50%. Я не согласен. Почему 10? Почему 10, ребята? Было 50. Да вы издеваетесь, как я туда с 10-то пойду? Хотя какая разница там, если одного убиваешь, то... О! Ладно, 12 хитов. Ой. Там как, какая-то жесть за дверью. Ой, я здесь еще не был. Твори добро. Только ради хп, только ради хп. Только ради хп. Ну, оттуда может этот выскочить. Так, а что? Бензопила нет, бензопила пустая. Ладно, с богом. Раз. А вон он. Раз. Эта хрень за мной закроется, инфосоточку. Зайду и все, и не вернусь. Но бензопила фуловая, да? Все, назад дороги нет. О! О! Опа! Скиллуха, секрет! Жетончик. Сколько там осталось собрать? Так, дрон весь. Аргент ячейки весь. Элитную стражу. Лицом в пол. Я все еще не добил трех. Даже одного не убил. Надо обычных убивать лицом в пол. Вот было три человека, не убил. Ну ладно, они еще встретятся. Окей. Заходим. Твою ж дивизию. А, нет, закроется как только я, да. Так, знакомимся с местностью, так сказать. Закрытая хрень. Тут лава. Пробеги, бочки, бочки, бочки. Подъем. Патроны. Армор. Так. И возврат, да, сюда же? Ой, что такое? Автокарта загружена. Неплохо я зашел. Очень даже неплохо. Информация о территории. Ну, пора, видимо. Пора все-таки. Так, а вот отсюда я же запрыгиваю, да? Хорош. Ладно. Местность небольшая, но кайтить наверх, короче, скорее всего, надо будет просто и все. То есть сразу, как мы делаем, что мы делаем.
Мы валим, Михаил, мы валим, как только можно. Поехали. Первый, второй. Вижу третьего. Вижу, он наверху. Я двигаюсь просто, и все. Оп! Нет. Нет! Ой, наверх, это плохая была идея. Ой, плохая. Ё-моё, надо от него бегать постоянно. И тех убить. Блин. Перезарядка. Нет! Давай, жизни дай! У меня 4 хп! Патроны нужны. Умри! Еще один. Промахнулся. Так, большого бобра замесили, это очень хорошо. Есть, контрольная точка. 3 из 4. 3 из 4, ребят. Демоническая угроза уменьшена на 75%. Да откуда ты? Там появились новые. Из двери простреливают. Хорошо. Ну я осматриваюсь, может, отсюда можно будет выйти. Вот, например, так. Опачки, здравствуйте. Синий ключ. Синий ключ. Мне бы хпшечку, ребят. Хпшечку никто не отсыпет. О, тут армор, это я, кажется, спускаюсь. Да, это армор. Надо спуститься так, чтобы его взять. Вот так ты спускаешься, его берешь. Ничего так. Что еще можешь отсюда сделать? Особо ничего. Да, ну, вот нет, не схватиться никак. Упырь. Так, 3 патрона. Синяя дверь, прямо направо, насколько я помню. Да, вот она. Ё-моё, прям так сразу. Давайте-ка я смотрюсь хотя бы. Может, хп? Хп вижу. Восстанавливаем хп. 150, давай! Закачивай! Патроны для дробаша. Так, ну здесь мансить вообще место... Хотя вот, ну это оно закроется. Опа! А не, было же их! Не, ну с импами сейчас... Хотел сказать, что попроще стало, но... Если не попадаешь, ни хрена не проще. Еще? Нет, просто труп. Больше не воспользоваться. Это 4 из 4. Я осмотрюсь. 8. О! Патроны для этой. Ага, я понял. Патроны для бензопилы, раз. Что за проход? Знакомое место. А, это тоже срез, да? Я понял. Это все закроется. Ладно, как закроется, что мы делаем? Мы валим, межган. Мы просто валим. Работаем. Причем я бы начал с бензопилой вообще. ХП уже немного. Первый. Нет! Да! О, нет! Мама, спаси меня, блин! Смотрим, где он. А вот он. Ёп, ПРСТ, там закрыто. На, скотина! Есть, 4 из 4, ребят, 4 из 4! Очко оружия, Фух. Воу. Экшен пошел. Наконец-то.
Тут сложно научиться вот этому ритму дума, этому ритму экшена, если ты играешь сейфово, потому что у тебя ограничение на количество смертей есть, ты как бы такой... Вместе мы создадим новое место. Но нет. И поведем человечество в будущее. Так, лицом в пол. И еще... Ну я вижу, что открылся коридор. Или стоп, это куда? Сюда надо. Давай-ка. Что это? Куда? Ой, хил. Это не хил, сзади. Ой, что я делаю? Что я делаю? Я стреляю из-под стволки. Там обычный и один взрывоопасный. Вот это для ачивки, Михаил. Нет, не ачивка, не ачивка, не ачивка. Ой-ой-ой, беги, Михаил. Криво, мимо. Оп, о, он за мной. У-ху-ху. Воу. Тихо, назад. Беги, беги, просто беги, просто беги. Кайте его, кайте, кайте, как никогда не кайтил. Давай, иди сюда. Вижу, вижу цель, не вижу препятствий. Ну-ну. Ну что ты сделаешь, что ты сделаешь? Иди сюда, на меня, давай, со мной давай дуэль. Голыми руками. Изи. Ой, все, убили? Блин, это были не лемминги, конечно. Я поторопился. Поторопился. Поспешил с выводами, можно сказать. Просто поспешил. Кто? Кто? Откуда? Где мой пистолет? Не, не пистолет. Я слышу, но я... Кто это? Почему это? Почему не сверху? Вот, найди уже трех несчастных зомбарей и убей их. И наверх забирайся, проверь. Это куда иду? Непонятно, куда иду. Еще много чего не исследовано. Вон сзади целая группа. Здесь это же не был. А нет, был. Нет, да, был. Блин, это ж ключ. Я с другой стороны сюда к ключу подошел. Ладно, возвращаемся. Синий ключ у нас есть. Можем открыть не менее синюю дверь. И все. Меня смущает то, что сейчас... Вот оно! Да, я ж прыгал! Тупыри, а? Ладно, выходим. Вот эта дверь открылась. А бочка смущает. Ой, все. Имеет смысл вернуться назад, ребят, потому что мне кажется, что это концовочка. Я вот там вот не исследовал. Стоит туда вернуться? А, нет, там была дверь. Или я туда вернусь, типа, после... Нет, это похоже на финалку. Да, имеет. Да-да-да. Просто тут, смотрите, линейно-линейно, большая часть, явно, что финалка. То есть нужно... Нужно реально возвращаться. Противоположная часть через... Температура ядра достигла... Там, видимо, дверь была закрыта. Там может быть новая пушка, другие секреты, плюс... А тут направо надо свернуть. А нет, не направо. Какое направо? Тебе вот здесь нужно было сворачивать и идти туда. Здесь желтая дверь опять. Эти упыри опять повылазят. Я же здесь не убивал никого. Да, вот. Ай, блин! Иди сюда, иди сюда. А, или это секретка первого дума, типа. Но как ты... Ты же здесь был. Почему оно как не исследованное отмечается? Рычаг, говорит, на видном месте. Рычаг на видном месте. Армор. Вот эту дверь надо открыть.
И, судя по всему, именно она мне откроет проход. Хотя тут... Где-то не... Ищем рычаг. Вот рычаг. Нет, не рычаг. Вернись на мост. Окей. Ну, я с вашей помощью буду. Мост. Вон он. Рычаг. Не тяни. Куда я поеду? Куда? Я просто... Ой! Вон двери открылись. И текстуры первого дома видны. Точно? Ладно, работаем. Ой, ёпарас это. Открытый доп. Материал, классическая игра. Как-то здесь стремновато. Здесь, во-первых, народу масса. Найс. Бочка вижу. Класс, такой... Ой, музыка пошла. Класс. Исключительное удовольствие получаю. Исключительное, пока не сдох. Нет? Куда идем? Назад, что ли? Я назад не хочу. Здесь не был. Точно не был? Был. Не был. Арморчик. Сейчас на карту посмотрим, как только обойду я ключевые вещи. Все вроде. Вот эту вот штуку надо посмотреть. Явно какой-то закуток. Я его типа исследовал, но я не помню его. Да, прямо здесь. Вот это вот что такое. О! Типа выход из уровня. Добро! Добро! Класс! Добрый вечер, Кефир! Класс! Ну все, вроде, здесь больше ничего нет. Ностальгия, фулл хп, фулл армор. Патроны. Классно. Ну, не так быстро, конечно, как в оригинальном Думе. Даже не смотри. Уа! Вот это момент, конечно. Офигеть. Просто. Понимаете? Музыку. Ага. Проникнитесь просто, проникнитесь. Разверните на фуллскрин. Я еще разок пробегусь. Просто проникнитесь графоном. Готовы? Нет, еще ладно. Танцуют все! Спрайт такой, просто спрайт. Вот это вот прям бомба. И вот сейчас внимание на экран. Готовы? И теперь так хоп. И так хоп.
и попадаешь вообще в другое, в другую эпоху. Просто тебя на 20 лет вперед переносят или на 20 лет назад, как хотите. Офигеть, вот это великолепная, конечно, идея. Очень вкусно, очень. Прям... Желтая дверь, Михаил. Желтая дверь, еще желтая дверь. Желтую дверь мы открывали, взяли. Взяли, взяли, взяли. Нет, сейчас нужно сюда возвращаться, либо внизу там что-то делать, либо дальше идти. Но я думаю, что лучше дальше идти. И не забыть людей в пол положить. Поехали. Где-то на элитный страж еще, ну мы узнаем, где он. Так, контрольная точка, ребят. Очень вовремя контрольная точка, 150-50. Что такое? О, пошел экшен, уже экшен пошел. Вижу им по раз, вижу им по два. Пытаюсь понять, что происходит сверху. Вижу. Что это? Ёпкары СТМ. Ой, вижу этого. Мощного берсерка, которого... Уже пропустил удар. Не стоит жалеть под стволочку. Потому что это фактически один выстрел из дробаша. Класс. Как я этих импов раньше боялся. Помню, от двух импов убегал просто. Буквально убегал. Вижу. Опа, вот и берс. Уходим. Дистанция нужна. Что-нибудь помощнее. Катится он хорошо, конечно, в такой местности. Хорош! Такой драйв, такой драйв! Что там? Кто? Не слышу. Слышу, но не вижу. Вижу. Да сколько можно жить? Успел захватить его, пока падал, блин. Там им постреляют еще. Тут закрыто. Так, нужна бензопила. Хорошо. Ой, плохо. Плохо, плохо, плохо. Быстро, быстро, быстро. ХПшечку немножко хотя бы. Ничего не взял. Хоть немножко ХПшечки. Спасибо. Вижу. Хочу шарды. Так, у меня тут... Вижу. Нет! Уворачиваюсь прям как в детстве, блин, когда первый раз в Кваку начал играть. Не попал. Нет! Нет! Капец! Еще один. Не стой на месте, не стой. Быстрее, быстрее, за ХП, за ХП. Убивай, убивай! И вперед побежал. Как же их много тут, а? Еще один! Да ладно. Нет, еще один! Да вы... Блин! Блин! Нет! Твою мать! Бензопила как? Один заряд. Нет! Человек 20, наверное, убил. Человек 20 просто.
И уже расслабился, если честно, но получал от импов. А там, оказывается, продолжение не только импы, но и... Ой, ладно. Все можешь. Работаем. Работаем. Уровень демонического присутствия снижен до минимально безопасного. Блокировка снята. А, я не включил еще. Двери турбинного зала открыты. Мне же нужно кнопку жахнуть, чтобы экшен пошел. Press E for action. Так, ну я помню, приблизительно помню. Просто бегай, никто тебе ничего не сделает. Просто бегай, улыбайся и бегай. Желательно на первом ярусе. Пока не убьешь демона. Вижу его, кажись. Импы где-то еще застряли, блин. Мы, видимо, друг за дружкой бегаем. Раз. Пропустил. О-о-о! Не, под столочкой топич. Ребята, это топич просто. Главное попадать ей еще научиться. Сейчас я, правда, получил еще. И прислушивайся, прислушивайся. А как? А, это сверху спустился. Я понял тебя, скотина. Так, 5 патронов. Импы, импы, вижу импы, конечно. Но не попадаю. Наверх забираться просто хреново, потому что тебя начинает уже... Да, ты как на открытой... На открытой местности начинаешь работать. Тут, по крайней мере, можем... Ты свиженно уходишь, и все. Блин, вижу. Вижу, но... А вот он. Хорош! Вон он. А, блин! С хрена ли так далеко прыгаешь, друг? Хорошо. Там еще один сверху. Спрыгнул как раз. Не вижу, вижу. Спринтер, а? Да я ради этих патронов его убил. Но кажется, вот это вторая волна, типа, идет. И сразу, кажется, демоны вот эти вот. Потому что не только они. Не только они, я помню. Ой, там как много народу-то, а. О, хорош! Плох. Армор взял. Уходи. Ой, нет, плохо все. ПП-шечки вообще не занесли. Я сам виноват. Да и вы издеваетесь. И наверх не хочется лезть, потому что сразу под 5 импов подставлюсь с разных сторон. Непонятно, где они. Ну! Сколько можно? Немножко ХП вижу. 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 Вот сейчас они пойдут, да? Вот он. Первый, второй. Второй. Блин, твою мать. Еще имп один есть. Отстреливаюсь, как могу, блин. Избавиться бы от ренджовых оставшихся. Вон он. Упырь. Да ты охренел. Не останавливай, да как?
срочно имп нужен. Ой, твою мать. Ё-моё. Импа надо убить без потерь, типа. Достал. Как я получил-то, ма? Я, кажется, от импа получил. О, 27 уже. Нельзя умирать, Михаил, нельзя. Не расслабляйся. Я опять расслабился, блин. Дебил. Почему ты игноришь плазму-пушку? Потому что я грейдил, только дробаш с подстволочкой. Плазма где? Да, плазма, надо плазма, согласен. Мне проще с одной пушкой приноровиться хотя бы с ней, поиграть немножко, но потом... Давайте, гады. Все, никого нет, никого нет! Первый. Второй. Сверху много. И тут еще один. Не успел я. Под стволочку. Там нужно все-таки какое-то время, чтобы сначала прицелился, потом выстрелил. То есть он сначала наводится, ты не можешь сделать раз-раз сразу же. Не останавливаться, главное, не останавливаться, не подставляться под прямой выстрел, ни в коем случае. Пока фуловый. А вот он уже. Давай тогда пушку. Пулемет. Это не плазменная пушка. А, плазменная его отталкивает. Вот в чем дело. Плазменная отталкивает его. Убили. То есть у него такой останавливающий эффект есть. Замечательно. Помним про армор наверху. Шарды внизу тоже не собрал, это хорошо. Остался, видимо, один какой-то. Да, блин! Не один. Точно не один. Во-первых, имп. Во-вторых, тот упырь еще. Вот я уже... Блин, не попасть ведь. Вон он. Раз. Им. Так, подстволочка. Вот что ты делаешь, Михаил? Что ты делаешь? Какая перезарядка? Прекращай это делать. Где? Не вижу. По звуку. Давай. Вон, сверху стреляет. Можешь зарезать его бензопилой. Что бензопиля? Два заряда. Проваль. Да мне бы три, на. Опять прилетает. Надо выше подняться. Давай сразу пулемет, чтобы так на дистанции хоть сможем работать. Не вижу. Что, опять? Похоже. Да, появляется снова. Да, и нельзя сидеть на месте. Ну все. Вниз, опять вниз. Нет! Там еще один сзади. Ой, не попал. И это еще без берсерков. И это, блин, еще без берсерков. А вот и берсерки. Плазма. Тут чуть не... Двое, да. Держи дистанцию. Держи дистанцию. Там не только... Твою ж медь, а.
понял? Патронов нет, надо гэшечку. Надо добить того гэшечкой. Конечно, он на противоположной стороне. Нет! Блин. Пила. Где этот упырь? Вон он. А вот теперь с берсерками надо. Только сверху. Вижу. Вижу. Есть первый. Минус. На, скотина! Все? Ой! Так, нужно трех зомбарей найти, чтобы ачивку выполнить. Да, и секреты, и элитную стражу, не алло. По-хорошему надо, конечно, собирать. Ну, он внизу, я не прошел. Ну что, возвращаться или нет? Че, не могу вернуться? Могу вернуться. Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия. Не выполнишь, говорит, иди дальше. 5 очков грейдов. Потому что, может, реально плазму прогрейдить? Я бы, конечно, еще прогрейдил этот. Последний на дробаш. Уменьшение... Нет, время перезарядки между выстрелами это не так критично. То есть это хорошо, но я все равно сочетаю выстрелы. О! А, не могу модифицировать, только это могу модифицировать. Ракеты, перезарядка. А, еще же дробаш ультимейт, точно. Прямое попадание приводит к появлению кассетных зарядов. Дополнительный урон. Да, давайте очки потратим на дробаш. Теперь у нас быстрое восстановление, большой радиус, мгновенное заряжение и прямое... А, это испытание. Совершите прямых попаданий по импам. Нужно гранаткой импов убивать. Хорошо, хорошо. Гранаткой убивать импов. Надо испытание еще завершить. Ребята, испытание важное. Очки для грейда дают. Такую простую ачивку, если, не дай бог, я не... Так, и жетон. Ну, жетоны все, получается, да, собрали? Да. Нет. Да, жетоны собрали, полевые дроны, да. Аргент собрали. Одну секретку не выполнили. И испытаний не сделали. Жалко. Очень жалко. Живая, что ли? Авторизация. Оливия Пирс. Привет. Альфа 4-0-2. Так. Доктор Хайден, она заблокировала меня. Нифига себе, вот она хакер. Она пытается открыть портал между мирами. Их и нашим. Как ведьма. Вот это да, вот это управление, я понимаю. Это уровень. Все равно не могли их спасти. Не могли спасти? А я как-то спасаюсь.
Так, мне бы 150 хп, а мне 50 армора. Ой, да ладно. Это мой шанс, что ли? Раз. А им. Двас. Ачивочки. Я хочу на пушку посмотреть. Засчиталось? Прямых попаданий нужно по импам. Прямых. Лицом в пол. Зверское убитие одержимых солдат. Может, это не одержимый солдат был? А, солдат, а не зомби. Вот в чем дело. Ребята. Система не даст отменить операцию никому, кроме Оливии. Придется отключать аргент-башню вручную с поверхности. Такие вот пироги с котятами, понимаете? Ничего не сделать. Ладно, выходим. Такой уровень классный. И боевой рейтинг, испытания не все. Да, косяк. Косяк. Солдат. Надо было солдат понять. Солдат. Смотри энциклопедию. Да, конечно, сейчас еще большую советскую в 24 томах открою. Суть не с прыжка, а со второго этажа вроде. Нет, там главное в прыжке. Просто других надо было убивать. Да, столько киллсов, 27 места уже. 27 места. Ну сейчас вообще нельзя умирать. Может, это финальная уже миссия, а? Босс и все, последний. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Так, смотрим на карту. Ёшки-матрёшки. Осматриваемся, идем аккуратненько, аккуратненько. Что такое? Патроны, отлично. Что это такое? Винтовочка. Выведите из строя аргент-фильтры. Три аргент-фильтра. Что у нас есть? Аргент-ячейка 1, 1. Рунические испытания. Два рунических испытания здесь. Что за рунические испытания? Это, кажется, челленджи. Типа после миссии за что-то нужно проходить. Путь. Взаимодействуйте с камнем рунического испытания. С высоты птичьего полета. Получите автокарту. Аргент-комплекс. Карту найти. Защищайтесь, сэр рыцарь. Зверски убейте двух рыцарей из ада, кары и небес. Рыцари из ада. Сверху надо мочкануть. Прорывы иного измерения – частое явление за пределами базы. Так что работникам рекомендуется не ходить по поверхности Марса поодиночке. Смерти в рунических испытаниях не считаются. Да, ну, об этом говорил уже. Ёпер, СТМ. Ладно, осматриваемся. О! Как знал. Как знал. Это вообще можно обойти просто. Может, закрыто, да? Точно закрыто. Даже карты продолжения нет. Если ж я же упаду, я же... Это с концами, я уверен. Не, не с концами. Можно здесь забраться, если что. А, я могу и дальше пройти. Здесь есть проход. Я матерею потихонечку. Чувствуете, что чуть-чуть, понемножечку, по шажочку. Скилл бобра. Кого я обманул? Нахалявил и рад. Здравствуйте. Что такое? Генератор? Шардики? Туда прыгать? Точно, других вариантов. Есть. Но не сейчас. Узковато. Тут очень опасно, в плане, что можно в плыву сражения умереть. Ой, в смысле, упасть просто. Так, ну мне, видимо, надо прямо прыгать. Уверен? Куда же еще? Кто? Тихо! Тихо! Да хватит! Психи. Понял.
Опа, еле-еле. Что это? А, это оно? Это руническое? Руническое испытание. Количество 15. Время 10 секунд. Бонус что это? Доступна награда. Оружие дробовик. Пылесос увеличит радиус поглощения пропавших предметов. Неплохо. Это типа руну дадут со способностью пылесос. То есть мне за 10 секунд нужно 15 врагов. Вообще изи, у меня дробаш грежный, сейчас покажу. А, вообще переносит. Пылесос, пылесос. Убейте из боевого дробовика за отведенное время. Окей. То есть никаких добиваний, просто мочим. Смерти не считаются, можно потренироваться здесь. Готов. 3, 4. А, ну ясно. Что-то маловероятно это. Удаляй. Зверские убийства дают плюс ко времени. Это для нубасов. Настоящие мужики просто тупо из дробаша все хвалят. На будущее. Какое будущее? Какое будущее? Ачивочка. Я уже вижу, как эксперты из чатика перепроходили, смотрели там. О, за это на 200, на 200. Ну, ребята, ну кому что? Кому что? Я вас, конечно, не осуждаю, нубасов. Но просто на будущее. Так, я ничего не пропустил там? Похоже, что нет. Что он такой наглый? Потому что у меня есть фыва. Потому что мне нужна уверенность в собственных силах, учитывая обреченность данного мероприятия. Руну-то поставь. А как это делать? О, появилась новая вкладка руна. Руна не используется. Рун хочу. О-о-о! Под кайфом и в смятении. Демоны дольше остаются оглушенными. Увеличивает количество боезапасов, получаемых от демонов предметов. Шанс пережить смертельный удар. Спас бросок. Что-то попахивает халявой. Так, стоп, а может быть я и армор апну? У меня... я могу армор апнуть. Невосприимчивость к урону взрывчатых бочек. Отлично. Все. Сопротивляемость в среде. 3 из 3. Так, хорошо. Давай аккуратно. Че, аккуратно? Мы непобедимы. Бочки теперь можно игнорить. Туда стоит прыгать? Да, там, видишь, жетончик есть. Отсюда? Откуда же еще? Ну а как туда доберешься-то, Вась? Загадка. О, раз и два. Ну вот оттуда надо. То есть надо было заходить и шаг за шагом. Так стоп, а почему я... Почему в принципе мне дают вот туда запрыгнуть? Если я все равно не дохожу, это крайне странно. Внизу спуска нет, наверх подъема тоже. Ладно, просто запомни это, запомни. Так, бочки, мои друзья, надо запомнить. Идешь и стреляешь в бочки. Если видишь бочки, стреляешь в бочки. О, привет, что у тебя есть? Пушка! Ракетомет? Самая тема в коридорах узких. Со времен своей разработки в конце 21 века это оружие почти не претерпело изменений. Благодаря исключительной мощи и радиусу поражения оно стало стандартом для тяжело вооруженных бойцов всего мира. ОАК немного улучшила дизайн, добавив быструю автоматическую перезарядку. Корпус оружия изменен для совместимости с модификациями. Понятно. Так, 5 выстрелов. Ракетницы. Я пока ее, с вашего позволения, использовать не буду. Потому что, опять же, это стрёмно очень.
коридорах-то вязать. Слышу. О, а вот здесь надо было, конечно. Раз. Два. Три. Да рядышком надо было стрелять. Так кого мне нужно там добить? Такой вопрос. Рыцари ада. А рыцари ада это... Это те огромные, которые прыгают же, да? Кто такие рыцари ада, пацаны? Ладно, давайте библиотеку откроем. Как там библиотеку открывать? Инфо. База данных. Монстры. Рыцарь ада, да, это он. Капец. Сверху причем. Ты задачили. Будешь такого еще выбирать, как убивать. Вижу щитовика. Импа, как минимум. Давай, родной. Не заставляй меня. Закрыто? Не, не закрыто. Опа! А я ждал тебя! Как они спаунятся-то еще за спиной? Хорош, подстолочка тащит. Вообще тащит подстолочка. О, рыцарь! А за мной тупик. И здесь еще кто-то. И здесь тупик. Ну, короче, все. 14 хп, здравствуйте. Ну, сверху мне не надо его убить. Здесь нужно где-то его сюда, куда-то как-то, да? Ну, давай. Это не сверху. Это не сверху, лишь. Вот это сверху. Он огромный, скотина. Его же еще попробуй, блин, убить. Сверху. Надеюсь, еще... Я не могу в это поверить, но надеюсь, еще будут рыцари из ада. И побольше. На руне есть испытание. What? А, поглотить предметы, я понял. Но это само выполнится. Но на будущее, да, на будущее стоит запомнить. Так, ну вроде тихо пока что. Ничего не оставил я там сзади. Оставил сзади, вон дверь. Ты целое помещение оставил, Василий. Как оно открывается? Оно открывается по кнопке. Оно открывается по какой-то кнопке. Или рычагу. Запоминаем, осматриваемся. Пентаграмма — это по факту возможные телепорты. Да ладно. Ищи рычаг. Ищу. Сейчас найдем. Бочки надо было взрывать. Ты оттуда пришел? Сюда можно зайти. Да ладно, только ради шардов. Вы издеваетесь. Не может такого быть. Ну, похоже на то, что это для Кайта тема. Там начало. Ау, оказалось. Ладно, там темно достаточно было, я мог пропустить рычаг. В полусражение. Телепорт и спаун для врагов, не для себя. Ясно, первый раз обратил внимание на телепорты. Так, это тачка просто. В смысле, это тележка. Блин, не здесь. Рычаг еще сзади. Понятно. Нет, я зайду все-таки. Нет, мне без секреточек, конечно.
Надо делать тоже выводы и внимательнее проходить. По логике, где он мог быть? Вон там вот он мог быть, потому что туда типа незачем было прыгать, помните? Ну и делать рычаг здесь тоже не особо логично. Просто потому что, ну а... Есть испытание. Кто такие рычаги вообще делает? За километр. А, импов гранаты выносить точно, да. Опять вплотную его не увидел. Черт. Вплотную. Ну это... Да вы издеваетесь. Вон же он вроде бы. Вроде бы. Это нет. Ребята, хелпуйте. Возле двери справа. Не, слева. А, вот здесь вот, типа, за бочками. Что вы... Вы серьезно? Герсом, я же сказал, что, блин, дай людям помочь. Туда, куда в первый раз по логике пошел, посмотри внимательно. Ну? Ты смотрел на нее секунд 5. Короче, хрен с ним. Прощай, дверь. И рядом, да, неважно уже. Так, из зада убить. Это раз. А бочки точно мне не дэмэджат? Надо проверить на всякий случай. Да, действительно. Идем дальше. О, дрон. И вижу импа. Этот дрон улетел вперед. Народу масса впереди. Там кто-то воюет. Кто с кем воюет, ребят? Кто там стреляет? Блин. Патроны еще закончились. Там какой-то ад, ребят. Там какой-то ад. Бочки, бочки, используй бочки. Очистили всех. Здесь будет глобальный замес, я уверен в этом, потому что площадь огромная. И эта штука активирующаяся, поэтому я сначала осмотрюсь. Возьму хп, возьму армор. Посмотрю, что взрывать. Приноравлюсь к бочкам. Так, тут
куда мы позже пойдем. Бочки на каждом углу. На самом деле можно ходить просто и взрывать бочки. И помнить о том, что нужно того упыря... Того упыря убивать сверху. Он точно здесь будет. Как же, блин, без него? О, здравствуйте. Там бензопила. Тоже неплохо. Не берется. Нажмите Е. Запись кодекса. Давайте по информации, Так, путь испытания пройдено. Спичу полета, получите автокарту. Вон там за дверью. Во-первых, здесь тут секретка наверху. Вот здесь вот она находится. То есть нужно позапрыгивать на блоки. Посмотрите, откуда я могу забраться туда. Это отсюда, вроде как. Нет, не отсюда. А может ящики убрать? Тогда меня немножко повыше. Нет. Здесь. Мне кажется, что... А, нужно эту штуку опустить, да? Как-то эту сдвинуть. Я могу это сделать вообще? Видите, она не опускается. Если опустится, то я, забравшись на эти ящики, смогу запрыгнуть наверх. Конечно, странно. Секретку потом. Здесь еще есть закрытая дверь, я в любом случае довернусь. Давайте воевать, что ли. Не фулл хп, армора мало. Что ж поделать. Едем. Поехали. Импов надо мочить гранатами. А вот он. Прыгай, друг. Разорвало его просто. Его просто разорвало. Капец. Еще один. Не то. О, подстволочка тоже, кажется, на меня не работает. Прыгай. Ну как опять не то, кажись. Надо прыгать, прям прыгать, ребята. Да, не работает ничего. Если подстволка еще Friendly Fire не работает, это прям топчик, потому что я смогу. Что ты тут жжешь? Продолжение будет. Да ладно, так легко просто. Легко и просто. Хорошо, что... Слушайте, а подстволка, она это самое. Она на меня не убивает, что ли? Надо прыгать с ящика, говорят, чтобы ачивку получить. Понятно. Так, могу грейдануть что? Тут только испытание. Нет, я дробаш не буду грейдить. И мне импульска нравится, на самом деле, но я грейдить не могу. Наверное, надо закидывать сюда что-то. Пистолетом не пользуюсь, слава богу. Стрельба микроракетами, значит, перезарядка. Давай меньше боеприпасов. Ходовая штука. Не убивает. Я не хочу проверять, если честно, конечно же. Так, что у нас здесь есть? Во-первых, секретка не взятая, аптечка внутри. Вот тут дверь была закрыта. Может быть, она откроется? Может быть, не знаю. Да, откроется. Хорошо. Что это? Мы лишь временно отключаем башню. Нет, не хпшечка. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Линзу. Осторожно откройте защитный корпус. Хорошо. Внимание, обнаружено или... Вот. Отключите. Нарушать производство аргент энергии не обязательно. Так, фулл хп.
Нет, а хрень продолжает на месте стоять. Так, во-первых, внизу, как вы видите, спалился этот. Нет, на ярус ниже. Но для начала нужно секретку взять. То есть мне, по сути, нужно забраться наверх еще разок. Забраться, скорее всего, я должен оттуда. Он продолжает вверх-вниз. Потому что нет. Странно как-то. Отсюда я пробовал, не получилось запрыгнуть. Туда нужно. Опять потом возьмешь. Так, окей, если я иду прямо. Там тоже вроде тупиковая комната. Она выглядит закрытой. Выглядит закрытой. А здесь открыто. Ой, вот она. Ой-ой-ой. Так, справа хил. Слева аргент-ячейка. Аргент-ячейка. ХПшечку можно или армор. О, ну тут враги. Кажется, не действует взрыв. Это очень хорошо. Блин, может патроны взять, а? Да, не действует взрыв. О-о-о, ребята, это халяву завезли. Просто халяву завезли. То есть у меня дробаш плюс подстволочка. Все, буду просто взрывать импов. Так, это хил, который мне не нужен. Тут аргент-ячейка должна быть в конце тоннеля, да? Да. Давай. Ой. Армора столько, 75, особо ты не получишь. Может, сначала хп, да, максимум, да, сколько там? 175, 200. Там, кажется, 200 максимум. Да, еще 2 хп. Боеприпасы лесом. Армор я часто, редко, больше 50. Патроны решаются бензопилой. Бензопила есть. То есть есть вещи, которые решаются. Мне лучше хп взять пока что. Возможно, что-то будет наверху, потому что... Да, второй ярус, он, пожалуйста. То есть надо, задача забраться наверх. Мне чем дальше, тем больше нравится играть. И такой вот усталости и нервяка, как после... Ну да, поумирал я, конечно, сегодня. Изрядно, скажем прямо. Но я не хочу заканчивать игру. Я хочу поиграть побольше. Может, здесь ты просто... Да, ты просто залезаешь так. Уже неплохо. Сюда. Окей. Для начала сюда. Сюда. Ой. Сначала проверим правую комнату. А, да ладно. Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Энергия из ада. Внимание, обнаружено. Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Ой. Что делать? Ну, наверное, я правую комнату сначала проверю. Так, бочки, мои друзья. Ё-моё. Наверху вижу. Активация. Стоп. А это за силовым полем? Ой, там еще что-то. Что это? Руническое испытание вон в соседней комнате наверху. И армор еще. Тихо. Добро. Я иду. Кто? Все? Где оно, руническое? За спиной, за твоей прям. Вот там наверху, типа. Ладно, проверь сначала вот здесь вот тупичок.
Вон наверх можно забраться. Кажись, вот так вот. Хорош. Хорош! О! Там три щитовика! А, вот так вот. Ракета, может, хорошо зайдет. Блин. Тут уже щитовик. Не, это капсулы, это не щитовик, не щитовики. Они в других местах. Блин, отражается. Да не, нет, нет. Да твою мать! Жесть какая-то, на обычном отдался просто, отдался на обычном. Срочно хпшечку нужно. О, хпшечка. Ой. Спокойно. Хорошо, поднимемся наверх, посмотрим, что за капсула. Посмотрим, что вообще происходит. Наверх нужно подняться. Вон там, во-первых, полевой дрон. Сзади еще руническая осталась. Только все понапропускал, но будет по карте походить будет. Так долго я этого щитовика. И причем не знаю, что делать. Вблизи будешь стрелять из дробаша, получишь сразу же. Ой, привет, родной. Так. Умный прицел. Приближайте при нажатии модификатора. Можно ракетницы грейдануть. Нажмите активатор модификатора для подрыва ракет в полете. Самонаведение. Опа. Три ракеты беру. Самонаведение с тремя ракетами против боссов должно быть вообще хорошо. Как оно там? Пять? И все? Плазма, имхот, глушилку, да. Вы правы. Так и надо было сделать. Так, далее. Карта. Взяли, взяли, взяли. Внизу медикит. Хотя хп-то полный, блин. Возьмем немножко... армора, немножко патронов. Что, идем дальше? На пропускал, капец. Руническое испытание, там этот еще. Не, вернись, Алеш. Вон, давай. Это раз. И эта штука просто на... Сейчас испытание попробую найти все-таки. Наверх нужно туда забраться. Прям по курсу. Еще кто-то живой здесь. А, ну тут, блин, еще... Вон оно. Есть. Давайте, испытание. 30 штук, 6 секунд. Что? Демоны дольше остаются оглушенными. С пистолета будет... Короче, так себе испытание, но нужно его проходить. Уничтожьте из пистолета 30 бочек за отведенное время. Плюс 2 за за уничтоженную бочку. Вообще изи. Так, 30 бочек, 30 бочек. Плюс 2 за каждую. Как же они появляться-то будут? Прицеливаться или не прицеливаться? Надо, наверное, прицель на одну, а потом тык-тык-тык-тык, пока альтернативочка перезаряжается. Работаем. Поехали. Хотя, может, бежать просто.
наверное, проблема в первую очередь с тем, что ты не знаешь, где они находятся. То есть нельзя пропускать просто их, чтобы потом не искать. Но если их больше, чем 30 на карте, конечно, попроще. Три бочки не добил. Просто умер. Это не считается. В испытании смерти не считается. Перезарядки, кстати, нет же. Да блин. Еще одна. 4, 3, 2. Вон они подсвечиваются. 2. Есть. Поехали. Пока испытания простые. Работаем. Так, испытание пылесос, испытание... А я не могу вторую поставить в ячейку. И слава... Ну, я все равно не собирался ставить эту хрень. Карту не получили, сэр рыцарь не сделали, секреты. Ни черта вообще, ни черта не собрал. Секретка впереди. Элитная стража впереди. Идем тогда сражаться, ребят. Идем сражаться. Ой, я тут как-то дверь пропустил. Здравствуйте. Патроны. ХПшечка. Пушка, которая уже была. И закрытая дверь. Так, а вот... За закрытой дверью что-то есть. За закрытой дверью есть элитная стража. Чёртовы рычаги. Опять что ли, а? Твори добро. Это конец уровня? Так, ладно, спускаемся... Выходим, наверное, на площадь. И... Ой, живые. А как вы здесь? А почему? Щитовик. Подходи ко мне. Иди сюда. Я бочка. Неплохо, что? Унесло человека? Похоже. Работаем. Так, помним, что того упыря нужно убивать сверху. Минус. Ой, это уже он. Твою налево. Взрывы. Черт возьми. Что-то как-то все вообще плохо. Куда я иду? Я там не был. Тупик. Мне повезет. Нет, не повезет. Ну как? Не буду тебя пока, чип нужна. Нет! Оп! Ачивка, Михаил, у тебя смерть ограничена. Ачивка, он выбирает, как убивать его. Вот дебил. Ну, конечно. И он, конечно, упал. Конечно, он упал, блин.
еще. А, блин, второй! Хорошо, что второй. Так, быстро-быстро к этим. Нет! Как? Там тупик. Подвести. Подвести его к... Блин, там еще этот... Ну, можно. Запрыгивай. Ну, не так! Блин, нет, не та кнопка, сука! Так все хорошо делал, капец. Перепутал кнопку при... Конечно, демонов выкайтовывать. Интересно, где у меня сейф? Сейф фуловый. Да, сейф хороший на самом деле, потому что я тогда, получается, прошел... Ну, собрал лутецкий. Могу сразу сюда. И в экшен. Все, фигня, давай по новой. Да, сейчас и будет. Вот они. А че бочки не взорвались? Ой, блин, у него... Капец, у него... К нему вблизи вообще лучше не подходить. Скорострельный дробовик. Конский дэмэдж. Конский просто урон. Откройте милиции. Я все растерял. Все свои хп растерял. А как тут мы с ним... Блин, туда не хочу идти. Немножко восстановил хп. Вижу этого... Гадом. Вон. Нерационально абсолютно так действовать. Нерационально. Ладно, с богом, ребят. Исходные данные значительно хуже. Блин, импы такие хорошие по сравнению с этим гадом. Так, надо его забрать четко в одном месте. Нечетко. Черт, конечно, еще надо выбирать. Ну, попробуй. Есть! Кажись, оно. Второй же сейчас еще будет. Да, вот он. Уйти с выстрела. Что-то я разошелся. А как ты жив-то, Вась? Не смогу. Блин, подстволочка тащит. То есть у меня сейчас нет такой проблемы, что типа надо вот... Как же мне убить эту группу монстров? Уже вот второй раз стабильно просто стреляешь, убиваешь. Импы, дети, просто дети. Как я от них шкирился на старте? Это все страх смертей. Нужна практика. Без нее никак. О, я могу отсюда? Нет, не смогу. Может, наверх? Конечно. Но я одного же убил? Одного из двух убил. Хорошо. Так, пилит из щитовиков, да, надо. Так, здесь я был вроде бы, да? Да, был. Был. Ну, могу дальше пройти вон туда. Помните, там дверь открытая была. Так, аптечка. Будем возвращаться? Нет, не будем возвращаться. 175, конечно, хорошо, но... Он того не стоит. Вот, здесь еще секретка. Нужно понять, как забраться вот сюда вот. То есть вот сюда как забраться. А, ну я же, может, и допрыгну. Ну рискованно просто, я посмотрел, что... Да, и вот, пожалуйста. Все спокойно собирается.
Нет такого, что ты прошел и все, назад дороги нет. Ладно. Элитно. Одну пропустил, одного полевого дрона сзади пропустил. А вот. Один, собственно. Надо вернуться. Надо вернуться, ребят. Это типа конец уровня, а вот этого я не взял. Добро. Какие-то подозрительно длинные коридоры. Обнаружен прорыв демона. Ой. А можно назад? Понятно. Щитовик вижу с той стороны. А, ну и там... Иди сюда. Настреливаем на ачивку. Не на ачивку, на эту. Ой, как там их много, а. Стоп, а по мне как будто попала все-таки своя же граната. Вижу леммингов, которые ходят дальше. Что это? Это берсерк. Кажется, это берсерк. Так может берем и берем? Работаем, ребята, работаем! Ну Е нажми! Не та кнопка опять! Кретин! Как подняться наверх? Вон, вижу. Поднялся. Не поднялся. Взял. Взял? Да. Это не то. Это не то, ребят. Это не берсерк. Это артефакт просто. Это хоста ускорения. Буду знать. Серьезно. Ладно, давай сюда. Слушайте, а может грейданем пушку, а? Микрограната грейдится. Можно взять... Наведение на демонов гораздо быстрее. Сокращает время до следующего самонаводящегося залпа. Наводка быстрая. Надо чаще ракетницу использовать. Поехали. Так, это все взяли. Идем. Блин, такая грязь вообще. Как я... Надо было обратить внимание на то, что... Ну как, я прыгнул, думал, сейчас начну ломать лица. Оказался в результате посередине, вплотную к двум импам. Провал. Обнаружен прорыв демонов. Да. Этот уже здесь. И пока ты к нему подойдешь, он может тебя пару раз выстрелить. Что не прикольно, конечно. Эти солдаты какие-то вообще вяленькие. Они стреляют лучом, но этот луч, во-первых, перед тем, как стартануть, подсвечивается так нехило. То есть ты видишь. Ага, это джампы можно будет. Можно будет наверх запрыгивать, спрыгивать спокойно. Хоста мне может только помешать, на самом деле. Я как-то привык к текущей динамике. Ну, хоста же еще же... Она же скорость атаки, наверное, типа как амплифайер работает. Секретка найдена. Шарды. Что это такое? Карту нашли! Да, карта обновлена. Это как раз была карта одной из испытаний. Хорошо. Осталось для испытаний убить только рыцарей ада. Рыцарей ада убить. Рыцарей ада.
Еще одно очко улучшения оружия. Ладно. Нельзя. Ну, там единичка все равно. Можно новое как-то прогрейдить. Типа плазму, например. Или догрейдить микроракеты. Да, давай догрейдим микроракеты. Будем пользоваться тремя видами оружия, соответственно. Так, бочки вижу, прыжки вижу. Главное не налажать, не упасть. Да почему Е-то не нажимается? Я же жал Е! Специально ж сначала нажал Е! Прилетело раз. Ой, рыцарь. Ой, это у меня проблемы, Хьюстон. Во-первых, надо его вывести наверх. Во-вторых, ХП ни хрена, я был... Так, вижу. Вижу, прыгаю. Не прыгаю! О! Как мне его... Так, давай аккуратно. Как ты его можешь? Ты тут его опять не... Мне нужно сделать так, чтобы он... А, нет! Скорее не работает. А толку, блин? Нет, это не то. Это не то. Твою мать! Вот если б я не гнался, блин, за этими ачивками, я бы... не мучил бы этого демона, блин. 30-я смерть, капец. Не надо, наверное, жесткие ачивки выполнять, если есть риск. То есть ты определяешь для себя, нужно или нет. Вот в тот момент, когда ты оказался в коридоре, блин, и на тебя бежал демон, не надо было идти в размен на него и потом как-то его докачивать. Не надо. Откуда эти упыри? С чего это вдруг они здесь? Ачивки наши все. Ну да, ачивки просто, они мне так подпортили жизнь. Так, налево сразу, да, уходим? Уходим сразу налево, раз. Давай, Rocket Launcher, два. И... Вот. Ничего себе. Три ракеты, реально. Да, получилось! Сверху! Нет. Ой. Там еще один. И вот неисправим я, неисправим, блин. Какое сверху? Алеша! Ты же решил уже не убивать его. Какая скорость. Грязь, просто грязь, а не скорость. А, стреляет. Иду к вам. Вот этого сверху ты да, но тут слишком. Все, контрольный. Изи, понимаете, изи. Если не это самое, не лезть на рожон, то все нормально. А я там что-то себе придумываю, блин. Капец. Вот чуть туда не упал разок. Я думал, там... Там не пол, там... Там грязь. Так, тут тупичок. Тупичок надо проверить обязательно. Нифига, это не тупичок, это шорткат к прошлому, а вон наверху секретка. Вон есть спуск еще, алло. Вот туда вот попробую спрыгнуть, вон, смотри. Есть сход. Класс. Взрывоопасный товарищ, секрет нашли. Оружие! Что? Дробовик!
Двухстволочка. Супер дробовик. Как в Думе. О, можно прогрейдить? Сокращает время перезарядки. Выстрелы пробивают цель насквозь. И двойные неприятности из супердробовика можно сделать два выстрела до перезарядки. Такая грязь! Пробивает насквозь, классно. Не, сначала с перезарядочкой, потому что он явно однозарядный и... Ну, это круто, конечно. Дробовичок. Я помню дробовичок на первом уровне Дума второго. Тоже нетривиально брался. Ну, если на самом первом уровне его брать. Так, наверх нужно как-то забраться, да? На туда. Прям надо мной. Не совсем. Сильно над тобой, я бы сказал. И, скорее всего, подъем будет вот где-то здесь. Или даже вот отсюда туда надо было спрыгивать как-то. То есть надо идти вот сюда. Так. Прыжок сюда. И потом так. Убеждаемся в том, что здесь... Не видно и не забраться, хотя я вижу какую-то платформу наверху. Вон, пожалуйста. Может, получится. Тут еще дверь какая-то. Здравствуйте. Так, сообщение ниже мне. Чатик не листается. Так. Что это такое? Патроны. Пылесос скоро прогрейдится. Записка. И последний, третий, да? Ладно, бьем. Ракетница, шарды, 175 хп. Критический уровень энергетического. Ой-ой-ой. Ой, он чисто вплотную. Очень-очень маленькая дистанция у него. Что это? Там, похоже, какой-то босс вообще. Я такой хрени видел еще. О! Новая запись кодекса. Безвольный, тощий безвольный. Безвольный одержимый, потерпевший полный транспорт, отправившись в храм трудиться в рабстве демонов пушечным мясом. Что это за хрень? Вон она. Какая музыка, а? Вижу. Твою налево. А, я понял. То есть сначала идут такие пристрелочные, а потом все. Несложный босс. Призыватель один. Призыватель — коварный противник, в основном действующий в обороне. Это я в обороне был. Когда орда демонов бросается в бой, призыватель открывает проход в ад, чтобы вызвать подкрепление. Если вы не хотите, чтобы вас захлестнул бесконечный поток нечисти, призыватель должен стать первой целью. Когда призыватель атакован, использует энергию ада, чтобы создать волну аргетной энергии. Волна убивает большинство людей, а некоторые жертвы превращают в одержимых. Выживание при поражении маловероятное. Это не босс, да, это не босс. Однако, по-видимому, не случайно события существуют свидетельства для Пандоры, призывает самых достойных. А, понятно. Понятно. У меня патроны немножко кончились. Но надо бензопилу включать сразу же после этого. Бензопила как раз для этого и сделана. Все, чекпоинт. Изейшее, темнейшее. Так, я хотел проверить, каким макаром забраться куда. По левую руку наверх, вон туда.
Продавая ее человечеству, мы продолжали исследования. Мы уравновешивали адскую энергию нашим знанием. Мы сделали ее полезной и безопасной. Мы преодолели глобальный энергетический кризис. Тут даже никак. Вы не можете так поступить. Кризис преодолели они. Похоже, что я не отсюда, я не доберусь доверху. Понимаете, не доберусь я доверху. Отсюда. Мне нужно вон туда. Хотя нет, подождите, есть платформа. Вон, есть эти. Нет, может можно добраться. Стоп. Но сзади, кажется, был только коридор, да, пустой. Да, тут все закрыто. Возвращаемся. Ну, скорее всего, надо будет просто идти, как и планировал, вот на... Вот в эту... Вот в эту штуку. Заходишь, отсюда прыгаешь, и вот-вот-вот оно. Ну, это логично получается. Бензопилой секрет есть режь любого, кроме режиссера. Так это же не секрет, это понятное дело. Зачем мне... Так. Заходим внутрь, да? То есть поднимаемся сейчас на этом ящике. Запрыгиваем сюда. Здесь направо. И двери направо. Сюда направо и направо. Правильно? Да? Ой. Раз. Не туда прыгать. Рычаг? А, нет, какой рычаг? Патронов немного. Ну, собственно, секрет здесь должен быть уже. Да, спускаемся. Нет, если я спущусь, я не туда попаду. Мне нужно вот здесь вот как-то спуститься и по парапетику пройти. Вот оно. Да. Уверен? Да. Вон он. А, тут стекла нет. Тут в этой штуке стекла нет. Еее, очко улучшения оружия есть. И немножко здоровья. Счастья вам, здоровья. В результате... Карту можно? В результате полевой дрон я еще не взял. Полевой дрон. Это, говорят, конец уровня. Там секрет тоже конец уровня. Вот где я не взял. Это тоже в начало, когда будем в конец, то есть возвращаться. Раз, два... Не взятый. Ну, короче, нужно, наверное, сюда вот в центр. Там последнюю штуку активировать. Постараться убить... По возможности постараться убить рыцаря из... Ну, вы понимаете. В рукопашечку. То есть прямо и в центр. Поехали. Костюм ты чего не улучшаешь? А как? А, можно... Слушайте, у меня же костюм, может, можно, да? Единичка на костюм, алё. Никак. Ну, я тут сопротивляемость среде выкачал. И очень рад, потому что не просто бочки меня теперь не дэмэджат. Я еще под стволкой могу пользоваться. Может быть, даже я могу и ракетницей вплотную стрелять. Это прям бомба. Было бы, конечно. Я не хочу проверять. Раньше времени. Так, вон там хрень горит. Это я же ее еще не взорвал. Да. Но я еще вниз не ходил. Может, ты спрыгнешь просто? Давай. Я тут не был. Ой. Ой. Был.
Я там был. Ну, значит, здесь осматриваемся. Прыгай, 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 родной. Патроны, шарды. Все фуловый, что ли? Ничего себе. Еще можно вниз как-то скатиться с горы, но это стремновато. Но если я скачусь, я вот сюда смогу попасть. Ой, Михаил, может, не надо скатываться, а? Может, ты спустишься просто, как нормальные люди? Может быть. А потом будут писать, Майкер скатился. Подозрительный, спокойный коридор. Блин, в бочку хотел попасть. Жетончик, кажись, да? Да, жетончик. Что в результате по жетонам у нас? Какая ситуация? 2 из 4. Ну, ладно. Это тупик. Это тупик. Самый, что у меня есть, тупиковый. Возвращаемся. Сражаемся с вот с той хренью красной. И это будет, кажется, последняя хрень. Главное не свалиться сейчас. И оценить правильно, стоит ли убивать демона или не стоит. А, слушайте, тут еще спуски есть. Вон туда можно забраться. Ну, ты вообще даешь. А здесь может что? Да, вон, пожалуйста. Пригнись, я дважды думаю перед тем, как нажать кнопку приседания. Не может быть здесь так тихо все. Просто это невозможно. Возможно. Так, что будем грейдить? Глушилка. Давайте по модификатору на каждую. Ну, короче, оглушение делаем, плазменные винтовочки. Надо проверить, как оно работает. Глушилка. В этой модификации множественные плазмоиды собираются в один импульс, получившийся превращает предел Франхайзера, создает последовательность токов, возникает в результате на несколько секунд, обездвиживает любую цель, попавшую в радиус поражения. Между выстрелами оружие должно охладиться. Ага, по 10 зарядов, то есть довольно много их получается. Так, впереди ничего, точно. Просто выходим. Я уже что, все пособирал? Ну да, конечно, все. А, 2 секрета. 2 элитных. Ну, 2 элитных оба находятся на старте. Вот один, вот второй. Ну, или где-то там близко. Слушайте, а близко к... Не совсем. Надо наверх подняться. Наверх поднимаемся. Аккуратно только. Аккуратно поднимаемся наверх. Перенастрой Грен на доп-клавишу приседания, не мучи себя. Да я привыкну. Просто периодически буду нажимать на эту кнопку и все. Так, аптечка нужна. Не помешает. Тут есть под боком фуловая. Я видел, что там пробегали обычную. Но есть прям фуловая. 175. Не зря же хп качал, правильно? Не зря. Там предстоит сражение. Поэтому не стоит пренебрегать такими подарками судьбы. Прямо. Иди прямо по возможности. И вот где-то вот... Где-то вот здесь вот. А, вот! Тут просто подъем. Халявная такая. Даже не секретка, это просто закуток, который легко... Заметен на карте, и абсолютно спокойно ты его достигаешь. Жетоны собрали. Информацию. Последний жетон, 2 секрета. Вот он последний жетон, вот он секрет. Второй...
второй секрет. Я не чекал. Раз. Блин, маловероятно, что он в той же самой комнате в конце. Скорее всего, он здесь. В этой комнате, доступ к которой я так и не получил. Ладно, хрен с тобой. То есть ты выходишь, забираешься на ярус выше. Броню-то прогрейдим. Как я прогрейжу броню? Как я прогрейжу броню, если у меня... три очка уже есть. Уже три жетончика есть. Сканер местности. Эффективность усилий. Ловкость. Скорость определенных действий. Каких? Быстрее меняет оружие. Нет. Быстрее хватайтесь за уступы. Переключайте модификаторы. Нет, сейчас мне это не понадобится. По завершении действия усиления выпускает усиление. Это как раз про бафы тоже мимо. Снаряжение. Время перезарядки может быть. И количество зарядов. Мгновенная перезарядка. Кажись, это оно. Да, давайте перезарядочку возьмем. Сканер Go. А, это снаряжение, это гранаты. Это гранаты, давайте сканер тогда. Пульсируют рядом с секретными зонами. Да, это мне пригодится в любом случае. На автокарте появляются предметы для исследования. Пульсируют. Пульсирует. Так, поднимаемся наверх. Каким макаром я могу забраться наверх? Сзади был подъем. А, вот еще. Вот. Вот секретка открылась. Раньше этот люк был закрыт, помните, он. Теперь я могу отсюда запрыгнуть вон сюда, да? Там же прямо секретка. Да, прямо секретка. Никуда ты запрыгнуть не можешь. Ну как не могу? Вон, смотри. Значит, забраться туда можно как-то. Может, так? Да, так. Мне казалось, я здесь был. Ой. Нет, рановато. Там уже... Пошел экшен. Как же они... Может, здесь теперь можно? Е-е-е. Нашли. Тут тоже было по-другому. Сдвинулась, видимо, штука эта. Надеюсь, там меня не встречает миллион врагов. Меня пока не встречает. Так, секрет один, элита одна. Собственно, элиту вижу. Секрет забиваем. Раз. Гранат. Имп справа. Да что ж ты подставляешься-то? Зачем ты бегаешь-то перед ними, Вась? Гранаты меня убивают, ачивки нужны. Хорош. Мимо только. Да мимо же было. Имп меня обхитрил. Я уверен был, что он мертв. Ой, в смысле выжил. А он мертв? Все, заряжаем последнее. Надо сначала выбрать место, где ты будешь добивать этого упыря. И тут баф я вижу. Это что такое? Что за баф? Работаем. Скоро узнаешь, какой баф. Поехали. Берсеркер.
О, это дура! Она умерла сразу. Хрен тебе, а не ачивка называется. О, такая музыка. Прекрасная. Рычит кто-то. Эх. Свищу я носом опять. Помните, 12-й совет девятерых зрителей. Эх, слишком просто. С ящика, да, с ящика. Взяли жетон. Смотрим на карту. Тут толку нет. Тут тупик. Это все. Две ачивки не выполнил. Ладно. Зато жив. Вы верите? Или вас одолевают сомнения? Зато я жив. Зачем рыцаря слил? Ну, я берсерк, я не мог себя контролировать. Просто никак. Ага. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. Так. И агент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Что? Не знаю. Часик. Полчасика. Посмотрим. Поперло. Но умирал я, конечно, сегодня. Ну, хотя не так много. Прошел значительно больше, чем вчера. Что вы наделали? Оливия еще жива. Я засек ее в аргент башне. Она сняла один из аккумуляторов. Оливия? В основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что вы мне предлагаете? Что ж, так значит... Ничего не поделать. Убейте Оливию Пирс? Карта обновлена? Ребят, босс, кажись. Так, а может, там что-то открылось после того, как задание появилось? Давайте я вернусь, посмотрю. Нет, нет, нет. Шлюз можно открыть. Не, открылось, оно просто с дилеем открылось. Что ты делаешь? Да дверь там была закрыта, я подумал, что... Да, миссия закончилась. Да, не убил рыцаря, я секрет один не нашел. И я нажал сохранить и выйти, это знак. Это знак, ребят. Не, надо... Хочу убить Оливию Пирс. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Сегодня вроде бы прогресс побольше в плане вот игрового такого. То есть сражений значительно больше. Три уровня где-то прошли. Хотя так я не следил. Вот. Ну и как-то я чувствую, что уже с базовыми вообще основные точки доступа к башне просто уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден. Хорошо. Но еще функционирует. Давай. Ой, какая графика. Какая графика? Так, во-первых, что у меня есть? Жетон, сканер местности, троечку. Предметы для исследования. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Прыжковые ботинки? Так, и карта меня интересует. Карта интересует, карта интересует. Все линейно пока. Прошлая карта достаточно большая была. По сравнению с... Ага. О, там испытание, кажется, руническое. Небезопасный уровень. Начинается блокировка. Но я не могу. Блокировка уже? О, это какой-то... Что это такое? Попадать будем, Михаил? Понятно, ракеты, наведение. Ревенант.
Знакомый товарищ, солдаты превращены в демонических бойцов при помощи кибернетических имплантов. А что мне за задание это вообще? Что по ачивкам? Найдите секреты, 3 штуки. Мануальный терапевт, зверски убейте 4 импов, сломав их челюсть или шею. Атаковать сзади, окей. Мясорубка, 15 демонов, использовать 4-кратный урон. Еще кто там? Кто стреляет? Пока посмотрим, что здесь. Спрячемся. Нас никто не найдет. Дверь закрыта. Видимо, нужно прямо идти. А, ву... Нет. Сетка. Раз. Иду. Иду. Так. Импов, да? Импов нужно убить. Сзади... Ой-ой-ой, что-то их много. Их очень много, ребят. Так, сзади, сзади. Ой, Ревенант! Ой. Он еще успел убежать. Так, пила нужна. А вблизи он бьется... Посредственно. Все. Ой, раньше я бы на этом пятачке умер 100 раз бы. Хотя жизни стало чуть побольше, и, соответственно, тебя реже ваншотают. Но демон, вот этого демона хорошо на ближней дистанции подкайтовывает. То есть он тебя не стреляет, довольно неповоротливый сам по себе. И... Агент башни или агент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа. О, хил. Еее, 175. Ну, слог-то из-за... Я что-то забыл. А как... На какую она... На 6, да? Двустолочку, да, надо попробовать. Вдруг она там вообще ваншотает. Смотрим карту. Наверху, ап! Наверху, ап! Аргент ячейка. Можно хп до максимума, до 200 уже апнуть. Поднимаемся. Лифт! Алло! Не... Беда. Ищем способ забраться. Вроде как здесь достаю. Нет, я здесь не достаю. Нужно ярус повыше мне подняться как-то. Угу, сейчас. Как ты спрыгивал? Ну, я спрыгивал как мог. Может, здесь? Нет. Нет. Крайне маловероятно. А, ботинки по маркеру прыжковую возьми. Ботинки? Там испытание сзади. Оно через этот. Агент башни или агент индуктор была построена в 2127 году. Это ботинки? Это главное достижение ОАК. Да, здесь. Что-то я уже... Да вон они типа лежат. Вот. А, вот. Мне даже компас показывает цель. Так, а чего? Чего делать? Находясь в воздухе, нажмите пробел, чтобы выполнить двойной прыжок. Оу! Оу! Окей. Так, теперь для нас открываются вообще новые горизонты. По-прежнему нужно забраться наверх. А, дальность, да? Так, смогу? Вообще круто. То есть все. Теперь меня не остановить. Ха-ха! И высота тоже грейдится неплохо. Армор берем. На карту смотрим. На карту. Прям над тобой находится секреточка. Вот она вот там. Вот она тебя ждет. Под потолком.
там. Главное не свалиться. Макс ХП берем, ребят, или все-таки армор? Наверное, макс ХП, чаще все-таки фулл ХП работает. Ну, то есть аптечка, чем набор армора. Давайте 200 ХП сделаем для начала. Все, ачивка. Арген перегрузка, 200 ХП, как под мигой. Ну вот я чувствую себя поплотнее, конечно. Чувствую. Так, теперь рядышком что? Дальше еще можно, кстати, пройти. Аркадий. Вот Михаил, ты Аркадий. Что это? Контрольная точка? Я явно напропускал там сзади. Вижу, что напропускал, во-первых, испытание руническое. Туда, видимо, тоже нужно запрыгнуть как-то по-особому. Чуть левее бери. В ту сторону как-то запрыгнуть. Ну давай, повыше. Сверху-то все видно, правильно? Вот оно в той комнате. Просто спрыгивает, тут явно это можно сделать. Да, я помню, где он. Сейчас соберу армор, осмотрюсь. И вот оно, руническое испытание. Ха-ха! Так, что, убейте супер-дробовика 30 безвольных, тощих за отведенное время. 6 секунд, убийство 2. Изобилие боеприпасов увеличивает количество боеприпасов, получаемых от демонов и предметов. Вот это полезная штука. Супер-дробовик, хоть потренируюсь. Слушайте, а пошло нормально ведь, да? Игра упрощается, 30 смертей. И сегодня мы с вами уже почти 4 часа играем. Работаем. Желательно по два убивать сразу, чтобы... Можно не по два. Главное не промахиваться. Куда? Маршрут у меня кривейший просто. Где? Надо бегать. Короче, двух не убил я. Двух не добил. Но очень хорошая штука, что действуют у тебя текущие бафы. То есть можно двойной прыжок делать. Он мне сейчас спас. Какой 31? Договорились же, что испытания не считаются. Алло. Я нажал отмену, дурак. Промахнулся. Зверское убийство плюс 4 секс руки, понятно. Эксперты. Поехали. Работаем. Не, надо добивать, конечно. Нельзя оставлять. А то потом опять начнется. Ну где вы? Ну,
Сейчас, там последняя доля секунды была. Ох, вот это было классно. Жесть. Просто жесть. Но успел. Может быть, сейчас поставим... Я не уверен, что этот, эта рунка будет полезнее, чем... Тем более, надо сначала прогрейдить эту текущую, посмотреть, что будет, когда наберу 300. Насобираю все это дело. Итак, получается у нас карта. Наверху еще не было. Возможно, стоит проверить. Хотя, может, и был. Собрали ключевые вещи. Я думаю, что можно двигаться дальше. Да, наверху был. А еще выше. Он тоже был там как раз. Там как раз эту секреточку и взял. Окей. Окей, окей, окей. Работаем. Работаем, работаем. Задача какая? Найти секреты импов сзади. Импов сзади. И квадэмэдж, как увидим, сразу нужно готовиться к четырехкратному урону, к мочилову. И благодаря сапогам я, наверное, смогу уже преодолеть какие-то препятствия. Может, дробаш проапгрейдить? Кстати, хорошая тема, может быть. Но я хочу им сначала попользоваться. Тем более дробаш мне никак не грейдится. Из-за того, что нужно 6, я его уже прогрейдил. Немножечко. Наверное, надо туда идти, да? Да, надо на мост. Интересно, отсюда допрыгнуть, нет? Не буду рисковать. Лучше забраться так, забраться так. Значительно более маневренный становится главный герой с этими сапогами. Ну и прямо сюда. Это как раз контрольная точка у нас была. Ага, я проходил с той стороны. Ох, позади. Вроде бы я ничего такого не оставил позади. Прыжок можно, да? И нужно. С запасом причем он прыгает. Вот сюда я не ходил. А тут даже карты нет. Падает эту трубу. Не предусмотрено, что ли? Не предусмотрено. Нету карт. Начинает уже бобер забираться непонятно куда. Иди по карте, не выпендривайся. Стреляем из дробовика. Ой. Ой. Понятно, что на платформу просто. Ох. Ой, там стреляют издалека. И слева стреляют. Напропускал я там что-то? 100% напропускал. Вон, подъемы наверх еще напропускал. Забирайся выше. А почему он не ваншотнул ты его? Хорошо. Воу-воу-воу, там летит с другой вообще стороны. Я сначала проверю вот эту часть. Заберусь, там все дела. Плюс они сами могут прийти, если... Дай, попал, скотину! Вот, вот так вот. Ой, это даже не секретка. Разрывает людей. Им... Ой. Да, из дробовика как-то особо не постреляешь на рендже. Да как? Я уже слепой. Нельзя так делать. И щитовик пошел уже. Давай. О, нифига себе. У него, видимо, щит регенится. У него щит регенится. Так, импа со спины. Ну, выходи, ну.
Получилось? Да. Нет. Почему? Почему? Я не пойму. Ты его об стену сломал. Ну я ж сзади его сломал. Сломал его полностью. Ну ясно. Только этого не хватало. Капец. Пиздейшая, темнейшая. Кажись, Rocket Launcher не алё. То есть сплэшем тебя не бьет, опять же. Ты здесь был. Хорошо, демоны из ада покарали. Главное, с импами разберись. Так, давай-ка бензопилу, реально. Пора уже. Что ты руками машешь? Все? О, апгрейд. Да, легко уже пошло, так живенько, живенько. О, чем я пользуюсь? Я тем, что пользуюсь, уже прогрейдил. Тут все, видимо, такой хороший. Эти умный прицел. Нужно же менять модификаторы еще. Вот. Пулемет с оптическим прицелом. Мечта. Опять 25. Ну. Господи. Ой, ой, армор сверху. Как я его упустил. Понимаете, опять о стену, хотя подготовился. Да, видимо, нужно забраться на эту крышу. Рискованное дело на трубы прыгать в такой ситуации. Наверняка должен быть более простой путь. Давайте обойдем. Ну, выйдем отсюда, посмотрим, что можно предпринять. Здесь, например, может быть армор просто. Да. Тридцаточка, изи. Так, взял. Оставил там черт знает сколько позади. Ладно. А, мне предлагают вернуться, спуститься. Предложение принимаю. Там были импы, насколько я помню. Явно прыжок. Я ради ачивки хочу. Надеюсь, они сами прижонятся ко мне. Давай, заходи, заходи, друг. Заходи. Нет? Никак. Их там двое. Ладно, давай спускаться тогда. Стремно спускаться. Стремно спускаться. Бобёрта могёт. Далековато, как она. Оп-по-по-по-по-по-по-по. Вот ради него стоит? Не стоит. Все. Хватит. Очко улучшения оружия? Почему? What? За что? Это как-то объясняется вообще? А, еще убийства капают очки просто так, понятно. Ладно, забираемся. Мне нужно совершить прыжок веры, судя по всему.
Вот через этот мост. Наверху я был. Вроде жетончик взял. Внизу просмотрел не все. Ну, я готов к прыжку. Готов. Контрольная точка. Направо можно уйти по этому коридору. И внизу, внизу, внизу жетон. Вон он. Беру. Хорошо, что сканер взял. Не факт, что я заметил бы... Заметил... Жетончик. Очко улучшения оружия. Уже три. Уже три. Три — это немного. Можно прогрейдить плазменку. И это для глушилки. Это не то. В режиме прицеливания пули пробивают цели вот к винтовке второй. Надо определиться с теми режимами, которые я буду использовать. Для чего я их буду использовать. Короче, стоит подкопить жетоны, потестить оружие. Возможно, некоторые пушки будут эффективны против определенного типа врагов. Так, а ты уверен, что вообще... Да, где-то здесь подъем наверх. Да. Не, ну может быть все-таки... Мне даже стрёмно прыгать. Может сюда? Хорошо. 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 Глаза, да? Она несет аргент аккумулятор. На ручной насос похоже. Открыть портал в ад. Хотя аргент башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Ребята, вот учитывая то, что я сколько уже на 30 смертях сижу, мне начинает казаться, что, о боже, я могу пройти все-таки игру, даже выполнив челлендж. Мне для этого нужно не торопиться, крайне внимательно действовать, использовать с умом все ячейки вот эти вот. О, аптечка впереди. Что на грейды оружия, что на армор, что там... Короче, внимательно все делать. Это ласт босс. Так, нет, не ласт босс. Я вижу. Убейте. Пересеките. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте до конца этого... Хотя до конца уровня не получится, он достаточно большой. Я далеко не... Единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую аргентой. Что это? Еще один дробовик? Контрольная точка. Ребят, давайте остановимся, потому что 12 часов хватит. Отлично, 200 хп, 33 армора, пушки, все с запасом. Я продолжу. Скорее всего, завтра вечерком. Если ничего не поменяется, то завтра вечерком. Приходите. Это простая игра. У нас в запасе 70 смертей. Вот так вот. Вот так вот.